Но я всегда любил Россию. Я родился в России. Моя юность прошла в России. И по стечению обстоятельств, по судьбе, я уехал отсюда на неопределенное время. Но всегда у меня в сердце была любовь к этой стране. И когда мы начали служить Богу, как-то вольно или невольно интересовался в нашем служении о том, что происходит в этой стране, если здесь кто-то, кто будет трудиться. Хотя мое личное желание было, чтобы трудиться в более южных странах. Я хотел служить Богу в Аргентине. Мне почему-то тоже нравится эта страна. В один момент я думал, что поеду в Африку или в Мексику трудиться. Но Божья воля была в том, что Он направил меня в Россию. И здесь у меня жили бабушка с дедушкой. Я приехал сюда. Бог дал мне жену, устроился работать. Но в сердце все равно у меня было понимание, что Господь призвал меня на служение. Но однажды мне предложили, чтобы поехать сюда, в город Тулу. Здесь начать церковь, начать служение, центра служения Богу. Я никого не знал ни в Туле, ни в области, ни в пределах этого города. И по стечению времени приехали братья, мы имели встречу. Пришел Дима и сказал, что приехали братья со Штатов и пригласили его на служение. И Бог через них проговорил жизнь мою, чтобы ехать трудиться в городе Туле. Прошло какое-то время, мы пообщались, ну, на служении, значит, на служении. Мы как бы до этого, он еще когда приехал с Америки, он всегда хотел трудиться. Я уже знала, что мы это будет служение, но не знала, какое. Как-то мне это было непонятно, с чего начинать, как начинать. И стал молиться Господу: Господь, как-то дай мне какое-то вразумление, наставление. Я очень много задавал Богу вопросов. От тебя ли Бог было это откровение, не от тебя? Борьба была некоторая. Однажды к нам в церковь приехал человек из России, который начинал свое служение недалеко, в соседней области, в Калужской области. И он просто дал мне такие советы: все, что ты знал, все, что ты практиковал, все забудь, потому что Россия – это особенная страна. Тут, как поэт сказал, что в России особенная стать. Пока какое-то время я не слышал от братьев ответа, они не сообщали сообщений. Но через 3 месяца я получил ответ. Я получил четкий ответ от Бога, что это есть воля Божья о том, чтобы идти и трудиться в этом городе. Он даже меня не спрашивал моего согласия. Он уже знал, что мы согласимся, потому что мы двое одно. Поэтому оно пришлось так автоматом как-то мы. Он сказал, что поедем, значит, я знала, что поедем. Нитка без иголки. Еще у нас когда... Даже была свадьба, и у нас был на пригласительных такой текст, что как-то там такие слова были, что куда ты пойдешь, туда я пойду. То есть уже тогда было заложено это, что я понимала, что он глава, а я вторая половина, я пойду туда, куда он. И так мы доверились Богу, и однажды, где-то 3 года назад, по-моему, 2,5 года назад, была первая поездка. Мы приехали в Москву, где я встретился с человеком, с которым в дальнейшем мы стали трудиться. Его зовут Дмитрий. Такая встреча была в непринужденной обстановке. Как-то мы познакомились. Я еще думал, неужели это этот человек, с которым я буду дальше трудиться. С Федором мы встретились первый раз, даже как он поделился, что мы такой близости не было в первой встрече. Мне просто Сергей сказал: вот человек, с которым вы, наверное, будете работать. По-моему, в притчах написано: пойдут ли вдвое вместе, не согласившись. Вот именно это согласие было необходимо для того, что для общего труда. И в дальнейшем у нас сформировалась благословенная дружеская команда. Это согласие именно выработалось вот в этих именно поездках, где мы ездили по стране, ездили в опасных местах. Нас останавливали в некоторых местах, там пограничники
а даже арестовывали где-то. Так довольно-таки было своеобразно, такие встречи, служения, поездки. И когда Федор мне сказал: «Дима, поехали на Кавказ, посмотрим, познакомимся». И наш путь интересно начался. Мы стали ездить, посещать, знакомиться со служителями российского служения. Мы были в Грозном, были в Моздоке, были в Владикавказе и в различных регионах России. Где-то приезжали, делились опытом, смотрели, как они поступают в разных регионах, потому что это новое служение, и надо было знакомиться с людьми вообще, как здесь Господь, что работает, что не работает. Но именно вот эти трудности, эти испытания, эти новые люди, новые ситуации, в которых мы испытывались, они сделали нас ближе. Мы где-то стали больше открываться, открывать свои желания, мечты пред Богом. И нашли, что очень много общего именно нас объединяет не возраст, не образование, не родственники. И впоследствии вот этих поездок, я скажу, мы очень подружились, стали так друзьями и очень открытые, близкие. Нас объединяет желание служения Богу, вот именно там мы нашли единство. И Господь дал много обетований совместных служения в России, то, что надо идти и делать. И когда уже Бог стал открывать уже конкретно свою волю в Туле, у нас уже не было разногласий. Мы увидели эту землю, мы увидели этот участок, мы согласились, да, вот здесь мы будем служить Богу. И вот именно это согласие, то, что помогает нам идти вместе и созидать. Помогает нам трудиться. И, конечно, много было вопросов по устройству, как все здесь будет, как будет устраиваться. Но Господь до приезда нашего в Тулу, Он уже позаботился. Он позаботился о том, чтобы у нас было жилье свое, место, где мы могли оставаться, жить. И это первое было чудо для нас, когда Господь дал нам квартиру. Да, вот этот вопрос, когда 3 месяца, действительно, я не беспокоил эту семью. Почему? Потому что понимал, что за каждым словом есть ответственность. Я понимал, я видел молодых людей, которые живут в городе, в прекрасном городе Москва, имеют работу, имеют занятия, у них 2 детей. И просто как-то мне не позволяла совесть, чтобы дергать их просто так. Я просто молился и думал, где они будут жить, где они будут трудиться. Я молился: «Господь, если это от Тебя, и Ты усмотрел, то Ты усмотришь место». И знаете, я вот сколько жил в той стране, ни разу не слышал слова «Тула». Никто мне никогда не говорил о городе об этом. Но когда согласились трудиться в этом городе, и когда стал молиться о жилье, о квартире, вдруг начинают приходить в жизни люди, которые жили в этом городе, жили в Туле, Тула им родная. Подошла одна женщина и сказала, что услышала о том, что Господь нам открыл служение в Туле. Она говорит: «У меня есть там квартира. И если там будут миссионеры, я предоставлю свое жилье, чтобы они могли там жить по очень оптимальной цене». Помню, на одной конференции ко мне подходит женщина и говорит, что у меня есть квартира. Я с удовольствием, с большой радостью дала эту квартиру для вас, чтобы вы могли там нести служение. Это был очень серьезный ответ. Я помню, сразу взял телефон, позвонил Дмитрию и сказал: «Дима, мы тебя помним». Это было первое свидетельство такое в жизни моей, когда мы еще находились, были в Москве, жили. Но уже Господь позаботился о том, что у нас было жилье. Мы прилетели в Тулу, посмотрели. Он говорит: «Это замечательное место для жизни». Было тогда принято решение. Тогда же мы стали молиться уже и о месте для Дома Божьей милости. И тогда уже мы получили и этот ответ, стали молиться о дальнейшем благословении. И мы молились о том, чтобы Господь дал нам землю в пределах 30 километров от центра города, чтобы очень удобная доступность была, и также, чтобы это был поселок, чтобы там можно было работать. Большую помощь нам оказали местные служители христианских церквей. Один из самых близких для нас сейчас людей,
И мы очень рады этому знакомству. Это местный служитель, пастор Александр Караваев, который отозвался на наше обращение. Мы спросили его помочь нам. И он сидел целую ночь, смотрел различные адреса, различные места. И когда он нам дал, показал из одних домов, которые потом мы и приобрели для служения. Мы совершили молитву, и как-то сразу все согласились посмотреть этот участок и этот дом. Приехали сюда. Я помню, нас так встретили местные хозяева, очень тепло. Угостили нас местной водой, еще каким-то вареньем. И так просто наши сердца так просто расположились. И мы сказали, да, вот это то место, которое мы хотим. И первое время, когда мы приезжали сюда с женой, мы красили стены, вешали занавески. Здесь всего было две кровати, один шкаф и стол, и диван один был. И мы стали молиться, как-то Господь открыл нам вот это замечательное место. Мы сейчас находимся в Яблоневом саду и радуемся. И когда я ездил отсюда домой на квартиру, я молился Богу, я говорил, Господь, ты дал это место. Ты дал это место не для того, чтобы здесь проводить какое-то время или вот красота, но ты дал место, чтобы здесь души спасались. И после такой ревностной молитвы Господь привел к нам первого человека. Мое сердце более и более стало прилепляться в России. Я ездил по этой стране и видел людей, которые вообще не жалеют себя. Они пренебрегают себя, они вот жертвуют собой, полностью жертвуют собой. Один из помощников пастора Александра церкви Гены, он шел, и Бог его повернул другим путем. Он шел, вышел с квартиры и шел выкидывать мусор. И Бог его, он почему-то говорит, внутри меня побудило идти в другую сторону, никогда туда не ходил. И когда я повернул туда, я прохожу, смотрю, сидит на бордюре один из людей. Он говорит, я его давно знал, этого мужичка, он в городе, он любит выпивать. И я думаю, я ему уже, он говорит, давал Евангелие, свидетельствовал. Но Господь его побудил, говорит, ты ему расскажи об этом месте. И когда он обратился к нему, когда он сказал, Иван Иванович, поедешь в дом милости. Он говорит, я ожидал от него реакцию, да, к этим сектантам, к этим. Но он сказал, нет, я поеду. И вот с этого человека начался такой путь людей. Да, это было очень интересно, когда я услышал о первых людях и истории этих людей. Я их называл чемпионы по выживанию. Если человек выжил 8 лет на улице, зимы и все эти условия. Мне просто даже хотелось приехать и посмотреть на этих людей. Когда я приехал, первые люди, конечно, они меня впечатлили очень сильно. Кто-то сидел более 30 лет в тюрьме, кто-то был обмороженный, кто-то был инвалидом. Мы даже не давали никакой рекламы. И Господь стал просто показывать славу свою. Он стал приводить людей один за одним, один за одним. И вот именно в это время Бог начал показывать свою славу, когда мы молились об исцелении язвы, и язва исцелялась, не оставалось ни одного шрама. Мы молились о том, чтобы было вмешательство в эту жизнь. Бог располагал сердца врачей, и они оказывали помощь. Люди стали приходить с разных мест. В основном первый контингент это были люди бездомные. И вот эти вот люди, которых раньше везде гнали, а раньше ими брезгали, их презирали, когда они увидели со стороны такое внимание, любовь и заботу, они стали меняться. Посредством этого некоторые остались, они сейчас с нами. Некоторые уже в служении принимают водное крещение. Мы понимаем, что это выбор, личный выбор каждого человека, когда Бог предлагает ему спасение. Он вправе отказаться ли выбирать. Вчера был у нас большой праздник. Люди, которые прошли здесь программу, они принимали, заключали завет посредством водного крещения. У них большое желание идти, стремиться дальше, учиться, работать, идти проповедовать, евангелизировать. Они стали открываться, они стали искать Бога. И для меня это было огромное свидетельство. Я понимал, что здесь действует Господь, и это очень интересно. И мы видим и верим, что
здесь есть большое будущее, потому что Бог открывает, что Он будет поднимать. Он будет поднимать сильных служителей Царства Его. Знаете, есть такая притча, сказал Иисус Христос, рассказ о самарянине, о человеке, который оказал помощь тому, кому не должен был. Он шел по дороге и увидел безнадежного, избитого разбойниками человека. Он не прошел мимо. Он взял его, положил его на своего осла, дал ему попить, обработал его раны, не остановился на этом, привез его в гостиницу, отдал его хозяину, заплатил, чтобы в этой гостинице ему помогли, и ушел. И он не знал, как дальше будет жить этот человек, какой путь он выберет, будет ли он опять ходить этой дорогой. Но он сделал то, что мог сделать. И я поверил, что именно вот этот дом Божьей милости Богу смотрит здесь, в Туле. Это такая гостиница. Много общества поставило крест. И на них даже не обращают внимания. И некоторые даже не считают их за людей. Эти люди, которые избитые, израненные, больные, вшивые, обморожены, особенно зимой, это больно смотреть. Но сегодня Господь их поднимает, Он дает им новое имя. И мы радуемся каждому новому человеку. Он дает им новое звание в Царстве Своем и говорит, идите и проповедуйте. Наша задача – напоить, накормить, обработать раны, дать им оклематься, рассказать им о том, что как любит Бог. А они вправе идти. Они могут выбирать свой путь. Они идут дальше так, как влечет их сердце. Наш дом, он вмещает 11 человек, но бывают времена, звонят почти каждый день и просят принять этих людей, чтобы помочь им, потому что зимы очень суровые здесь. Я смотрел на свою жизнь и думал, куда я ее трачу? И многие люди получают обморожение, им отрезают пальцы, им отрезают конечности, кто-то умирает, и об этом они сами свидетельствуют. Но когда-то мы придем пред Господом, и Он скажет, я был голоден, и вы накормили меня. Я жаждал, вы дали мне пить. Я был наг, вы меня одели. Только ради этого. И мы хотим построить большой дом, чтобы в этот дом могло вмещаться до 30 человек. Очень много было уже вложено в этот участок. Очень много было сделано. Но вот этот проект, я его даже зову, действительно очень серьезный. Чтобы люди могли начинать новую жизнь. Кто-то переживет зиму. И мы верим, что Господь, Он силен дать, помочь нам, чтобы нам возвести это здание. Я считаю, что это даже привилегия, иметь возможность поучаствовать в таком деле. Это убежище, где эти люди смогут найти спасение и начинать свою новую жизнь в Господе. Я очень радуюсь, когда вижу, как оно совершается. Я думаю, каждый человек, который захочет быть участником, он может всегда приехать сюда, побыть здесь, посмотреть на это дело, убедиться, что все, что он делает, оно уходит туда по предназначению, к которому он стремится. Добро пожаловать в Тулу, к нам в гости. Мы будем рады.